веревка сквозь шею. Для выполнения этого фокуса нам понадобится обыкновенная веревка. Чтобы выполнить этот фокус, мы связываем концы веревки. Все, мы готовы удивлять. Для безупречного выполнения этого фокуса необходимо научиться быстро и незаметно для глаза зрителя перехватывать веревку. Итак, держим веревку большими пальцами. Делаем несколько отвлекающих движений, и на третий раз, когда мы вновь сводим руки вместе, указательный палец правой руки продеваем в левую петлю и разводим руки в сторону. И, о чудо, веревка прошла сквозь шею. Удачи, волшебники! Радуйте и удивляйте!